Ну вот, связала я вот этих элементов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот этот будет десятый. Вот этот десятый элемент у нас будет. Вот он. После этого соединения, после столбика с накидом, нужно провязать по внешней стороне только три полные арки. Один, два, три. Вот соединение. Вот это. И вот по внешней стороне я провязала 1, 2, 3. И нахожусь во внутренней части. Вот здесь я нахожусь. Теперь я должна провязать полную арку, 5 воздушных петель и 4 столбика с накидом и 2 воздушные петли половину арки. Значит, вот 3 арки, 4 столбика с накидом, вяжем полную арку и выходим наружу. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваемся, вяжем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3. Четыре. Вяжем 2 воздушные петли. 1, 2. Вот таким образом раскладываем. Берем начало вязания, вот у нас начало, первый мотив был, и оставляем 3 свободные арки. 1, 2, 3. И в четвертую арку соединяем столбиком с накидом. Один, два, три оставляем, в четвертую соединяем столбиком с накидом. Довязываем 2 воздушные петли и уходим внутрь. Один, два. Четыре столбика. Вот мы ушли сюда. Вяжем вот эту полную арку полностью, 5 воздушных петель, вяжем 4 столбика и 2 воздушные петли половину арки. Вяжем полную арку, 5 воздушных,
Один, два, три, четыре, пять. Четыре столбика с накидом. Один, два, три, четыре. Вяжем 2 воздушные петли, половину арки, и в противоположную арку соединяем столбиком без накида. 1, 2. Вот с этой соединяем. Вот эти 3 арки вы не трогайте. Вот они. 3 арки. Соединяем вот в эту. Довязываем 2 воздушные, половину арки, вяжем 4 столбика и вяжем только 2 воздушные петли, половину арки. Довязываем 2 воздушки, 1, 2, 4 столбика. 1. 2. 3. 4. Провязываем вот эти 2 воздушные петли, половину арки. 1, 2. И теперь 7 арок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязываем в каждую арку 3 столбика без накида. Первая арка. 1, 2, 3. Вторая арка. 1, 2, 3. Третья арка. 1, 2, 3. Четвертая арка. 1, 2, 3. Пятая арка. 1, 2, 3. Шестая арка. 1, 2, 3. И вот седьмая арка. Как я вам говорила, она вот здесь находится. 1, 2, 3. Поворачиваемся. И вот у нас здесь было начало этого мотива, элемента. Вот сюда соединяем столбиком без накида. Довязываем 2 воздушные петли, половину арки и уходим сюда. Вяжем 4 столбика. Один, два. Вяжем 4 столбика.
Один, два, три, четыре. Вяжем вот эту полную арку, 5 воздушных, и выходим наружу, то есть под это соединение. Один, два, три, четыре, пять. Это мы вот эту арку провязали и уходим сюда. Вяжем 4 столбика. Один, два, три. Четыре. Вывязываем 2 воздушные петли половину арки и соединяем с противоположной. Один, два. Вот у нас соединение. И вот с противоположной, с последней аркой, вот она последняя, соединяем столбиком без накида. Довязываем 2 воздушные петли, уходим внутрь и выходим наружу. 2 воздушные, 1, 2, поворачиваемся. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вяжем полную арку. 5 воздушных петель. И выходим сюда. 1, 2, 3, 4, 5. 4 столбика с накидом. 1. 2, 3, 4. Вывязываем 2 воздушные петли, половину арки и соединяем с последним лепестком. 1, 2. И вот у нас последний лепесток. Вот с ним мы должны соединить. Так, это у нас начало. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Соединили. Довязываем 2 воздушные петли, уходим внутрь. 1, 2, поворачиваемся. 4 столбика. 1, 2, 3.
4. Вяжем вот эту полную арку. 5 воздушных петель и уходим наружу. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваемся. 4 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вывязываем 2 воздушные петли половину арки и с противоположной соединяем. Вот этот у нас самый первый был элемент. Вот, а под ним уже есть 1 арка свободная. Значит, вывязываем 2 воздушные и соединяем. 1, 2. Вот она, последняя арка где. Вот. Вот с ней и нужно соединить. Вот мы первый вязали, а вот есть арка. Соединили. Довязываем 2 воздушные петли. 1, 2. И вот здесь мы начинали с вами вязать. Значит, теперь мы должны провязать соединение. И теперь мы должны соединить вот эти 2 части. Вот у вас как должно быть. Здесь арка, и здесь арка. Но когда мы будем сейчас соединять, вот у нас арка с этой стороны, а здесь арки не будет. Ну, давайте. Значит, это у нас лицевая сторона. Нам нужно соединять на изнанке. Выворачиваем. На изнаночную сторону. Так, нитка у вас основная, она вот внутри будет. Вяжем столбик. Не заканчиваем. Берем с другой стороны. Так, вот он у нас первый. Так, вытянется петля. И эту петлю протягиваем. Вяжем второй столбик. Провязываем только накид. Заходим в следующий. На другой стороне. Петлю протягиваем. Здесь в третий.
провязываем накид и на обратной стороне. И петлю протягиваем. Дальше в последний столбик провязываем накид и с этой стороны в последний столбик и вытягиваем. После того, как мы сшили, нам нужно соединить одну арку, вот эту, два, три, и вот эту самую первую, с которой мы начинали. Вот самая первая арка, с которой мы начинали. Вот, заходим в нее, один, два, три, четыре, и провязываем. И провязываем последнюю петлю. Вот здесь мы закончили на изнанке, изнаночная сторона. Вот у нас шов. И смотрим на лицо. Вот мы здесь находимся. Вот здесь мы соединили с левой стороны. И вот нитка. Все, мы эту часть закончили. Значит, здесь, когда будете соединять, не торопитесь, аккуратно. Здесь сложный момент, конечно, ну, что делать. И получается у нас вот 1, 2, 3. И здесь тоже 1, 2, 3. Теперь мы с вами должны сделать... связать вот эту обвязку, вот эти воздушные петли. Я везде посмотрела, нигде не нашла, сколько здесь воздушных петель набирать. Я решила 5. Причем начну вот с центральной, с этой арки набирать. Значит, вот здесь будет у меня по 5 воздушных петель. И вот отсюда начну. Берем наше изделие. Так, нитку оставляю побольше, чтобы можно было заправить. Так, лицевая сторона, лицо. Заходим в центральную арку. И провязываем еще одну петлю. Мы с вами связали столбик без накида. Вяжем 5 воздушных петель и в следующую арку столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с накидом в следующую свободную арку.
Далее. 5 воздушных петель. Столбик с 3 накидами, но не в арку, а рядом с аркой. Видите, куда они вяжут столбик? Пять воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Вот этот столбик с 3 накидами вяжем. 1, 2, 3. Вот это соединение. И вот рядом вот арка. И я так понимаю, вот сюда. Вот откуда у нас арка эта идет. Вот сюда прям, в уголок. 1, 2, 3. И заканчиваем. Теперь вот эти вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик с 3 накидами рядом с соединением. 1, 2, 3. Вот у нас соединение, вот арка. Вот сюда, откуда арка была. Опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с накидом в первую свободную арку. А сюда столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Один, два, три, четыре, пять. Все. Вот эта часть у нас. Вот она. Ну и все, так и вяжем по кругу. Довязала последние 5 воздушных петель и соединяю. Вытягиваем, оставляю нитку. Закрепляю. Закончили мы эту обвязку. Теперь переходим вот к этой тесьме. Начинать эту тесьму можно с любого места. Давайте поближе вот сюда. Ну, вот здесь. Вот отсюда. Значит, набираем 4 воздушные петли для 4 столбиков и 5 воздушных петель для арки. 1, 2, 3, 4,
четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один, два, три, вот четвертая петля. Один, два, три, четыре. Вот эта арка, вот она, это будет вот это. Теперь мы должны провязать две воздушные петли и соединить в арку, которая между этими арками. Один, два, вот здесь мы соединяли. Значит, в следующую арку соединяем. Вот сюда. Только смотрите, чтобы у вас это была лицевая сторона. Лицо. Довязываем 2 воздушные, 1, 2, 2, повернулись, 4 столбика, 1, 2, 3, 4, полная арка, 1, 2, 3, 4, 5, поворачиваемся. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петли. 1, 2. И соединяем со следующей аркой. Это мы на лицевой стороне. Вот, со следующей аркой. Вот сюда соединяем. Две воздушные. Один, два. Повернулись 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Полная арка. 1, 2, 3, 4, 5. Повернулись 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Две воздушные петли, половина арки, и вяжем сюда столбик без накида. 1,
два, вот сюда. Один, два, повернулись. Четыре столбика. Один. Два. Три. Четыре. Полная арка. Один, два, три, четыре, пять. Четыре столбика. Один. Два. Три. Четыре. Две воздушные петли. Один, два. И сюда же вяжем еще один столбик без накида. Еще одно соединение. Вот сюда же. Довязываем арку. Один, два. Поворачиваемся и уходим наружу. Надеюсь, это понятно, что единственная арка, в которую соединяются две арки, это вот эти, вот здесь. Вот она. Один, два. Дальше везде по одной. Один, 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 один. Сюда тоже две. Один, два. И так вяжем по кругу.